Итак, сегодня у нас совершенно необычный день, совершенно необычная форма передачи. У нас сегодня все совершенно по-другому. У нас сегодня не одна, а целых две. И самые красивые невесты сегодня выходят замуж. Так получилось, что в жизни любой и самой счастливой девушки наступает момент, когда мужчина делает этот тот самый шаг и делает предложение вступить в дальнейшую совместную жизнь своей половинки. И вот мне очень интересно, прям горю узнать. Ну, Юлечка, ну расскажи, кошечка моя, ну как так получилось, что вы вот с Настей сегодня в один день? Мы с Настенькой просто дружим с детства и всегда любили смотреть фильмы про любовь. И так сложилось, что наши молодые люди сделали нам предложение одновременно перед Новым годом. Да, круто. Теперь мы хотим, да, сделать свадьбу с ней в один день. Очень круто. Мне кажется, это просто нереально гламурно и реально, нереально круто. Поэтому хочется, чтобы и, может быть, образ был какой-то одинаковый, но в плане, что макияж, естественно, будет совершенно другой. Наверное, доктор Ватс что-то нам приготовила совершенно новое. И хочется и по прическе. Вот эту красивую, дорогую, роскошную длину, скорее всего, мы, наверное, оставим прическе, а Анастасии сделаем чуть позже совершенно другой, но тоже мягкий и красивый образ. И обязательно в порядке. В данном случае хочется посоветовать всегда, чтобы девочки, если есть хороший объем, тогда, конечно, не надо. А когда вот не хватает иногда объема в волосах, то есть сейчас стрессы. Невеста целый день не может быть одна. Она должна быть совершенно разной, совершенно другая. Хотя бы два образа у нее новых должны быть. То есть я хочу, чтобы все наши невесты в этом году, этим прекрасным летом, выходя замуж, утром были одни, а вечером совершенно другие. Я понимаю, что у некоторых нет такой возможности, но хочется, чтобы даже сама вечером уже собрала, зашла там в ванную комнату или перед первым танцем, или перед каким-то там торжественным моментом, который должен быть у жениха и у невесты, зашла с подружкой быстро в нулевую комнату и аккуратно там шпильками заколола, собрала вверх волосы. И выйдя уже оттуда, она уже становится абсолютно другая. Во-первых, все будут обсуждать, как так, а что, кто-то тебе уже сделал прическу? А ты говоришь гордо, да, мне сделал, мой стилист приехал и сделал мне еще одну прическу. Единственное огромное замечание всем девочкам, когда мы приходим, покупаем аксессуары уже к подобранному платью, мы хотим, чтобы все красивое, которое продается в этом магазине, все большое, все наляпистое, мы хотим купить и нацепить на себя. Будьте всегда с какой-то маленькой загадкой. Диадемку желательно лучше брать, если ты высокая, то низкую, красивую форму коронки. Если ты короткого роста, то, конечно, чуть-чуть треугольной формы, чтобы отдать визуальный взгляд и визуально отдать длину. А в плане того, чтобы еще какие-то там стразы взять, еще куда-то наклеить, 72 стразы куда-нибудь еще давайте наклеим. Конечно, нет, не хочется. Хочется, чтобы это было все-таки женственно, строго, красиво и аккуратно. Итак, мы уже в этом платье. Платье, естественно, будет оформлено тоже декорами дизайнеров, да, стразами, там, какими-то бусинками. Поэтому, если будут бусы на волосах, бусы на лице, на шее, на руках, еще и на платье, это будет слишком много. Старайтесь меньше минимализма, чтобы смотрелось намного дороже и намного сексуальнее. И, естественно, не нужно забывать о самом главном. Так как это лето, и все-таки нам будет жарко целый день, в данной ситуации можно делать слегка. Не забываем о том, что это очень легкий и совершенно незаметный должен быть начесик. Для того, чтобы волосы были вдалеке от кожи головы. Если спотеет кожа головы, то волосы будут в той же форме. Сделав чуть-чуть начес, мы лакируем волосы. И также поднимаемся выше. И очень аккуратно. Вот так немножко.
образом собираем правую сторону. Внимательно смотрим на то, чтобы ушки были одинаковые. Естественно, самая красивая, самая женственная вещь во время свадьбы — это фата. Я всегда советую не задирать очень высоко фату, так как мы всегда должны запомнить о том, что это все-таки аксессуар. Для того, чтобы отдать полный образ этой моей звезды, она должна сейчас пройти в кабинет нашего визажиста. Ну и так как все-таки этот момент, когда мы действительно спешим, потому что буквально через 40 минут наши девочки уже должны стоять перед ЗАГСом. И поэтому мы уже попросили Оксанку заранее сделать макияж. Оксана уже сделала мейкап, но она чуть позже расскажет, для чего, как, к чему и как это было сделано, пока она делает мейкап нашей потрясающей Юлечке. И касаемо прически моей прекрасной Анастейши, у нее очень потрясающие выразительные глаза, потрясающие скулы, которые хочется подчеркнуть. И поэтому именно для этого мы Анастейси соберем волосы. Соберем аккуратно вверх, естественно, оставим какие-то прекрасные завитушечки, но в целом прическа будет собрана. Мы уже знаем, что они самые близкие подруги. И ну, хочется, чтобы хоть в чем-то была разница. Прическа, локоны, а макияж я хочу сделать разных оттенков. Он будет достаточно легкий, чтобы девочки у нас не сливались и не было похоже, то, что они сестры-близняшки. Тенденции по поводу макияжа сейчас абсолютно никакого нет. Он может быть как темный, так и светлый, а также различных оттенков. Нужно не бояться. И также не бояться с оттенком помады. Помада может быть днем светлая, а вечером более насыщенная. Нужно меняться во время всего свадебного дня. А сейчас мы наносим легкий оттенок на губы, потому что скоро нам в ЗАГС, а вечером губы будут более насыщенного, яркого цвета. Ну, с Богом, будьте счастливы. Мы вас любим, но идите, бегите.